На Зойкину балку веди. Там трава сочная, с клевером. Ты чего это еле ноги переставляешь? Дед, понедельник день тяжелый. О, шевелись, внуча. А то Зыковы своих бегемотиков туда запустят раньше. Пау! Так это наши Матильдушки одни репья достанутся. Привет, Олесь. О! Привет. Эй! А мы в походе были. Ну? Целую неделю и без происшествий. А, молодцы! Я вам чернички насобирал для глаз. Спасибо, внучок. На здоровье! Глаза действительно что-то подводят. Знаешь, как в магазин пойду, как на ценники-то взгляну, так глаза сами на лоб лезут. Ну, пойдем в огород. Пойдемте. Ну что, Надь, как дела? Как у вас с Гришей? У нас, Олеся, все. И даже больше. Так что спасибо тебе за помощь, подруга. Век не забуду. Олеся! Здорово. Олеся, разговор есть. Машка Вострикова пропала, соседка моя. Чего взяли? Так она уже 2 дня на двор не выходит. Я с ней поругаться хотела, а ее нет и нет. Так всю душу она мне вымотала. Да и муж ее, Коля, странный какой-то. Как стемнеет, так бежит куда-то. Привет. Твоя Маша деду обещала многолетники. Она дома? Нет, она уехала она в Москву к подруге на недельку. А чемодан? Забыла? У нее вещей-то мало. Все в сумку влезло. Посмотри, пожалуйста, может быть, она в теплице многолетники оставила. Дед ждет. А, сейчас. Нет, там никаких. А что ты делаешь? Пытаюсь понять, что здесь произошло. Ничего. Неправда. Пуговица от женской кофты вырвана с тканью. Осколки посуды валяются под мебелью. Пол замыт, но только в серединке. Очень похоже на следы борьбы или драки. А самое главное, жену твою 2 дня никто не видел. Ничего не хочешь мне сказать? Понятно. Ну, пускай Кузьма разбирается. Нет, не надо Кузьме говорить. Вообще никому не надо. Машу мою похитили. Что? Кто? Я не знаю. Я в субботу вернулся домой. Тут все вверх дном. И письмо на столе. Если 100 тысяч долларов не отдам, Машу мою убьют. Сколько? 100 тысяч. 100 тысяч долларов? А чего так много? Я понятия не имею. Я им в ответ написал, что вот у меня столько-то есть, столько могу продать, и положил на условное место в огороде. А они мне другое письмо прислали. Вот. Или отдашь всю сумму, или твоей жене не поздоровится. Мучить ее будут. Ты почему в полицию не обратился? Так это еще одно требование. Вот они в письме тут пишут. Если в полицию обратишься, Машу убьют. Все в порядке. К подруге она уехала. Поссорилась с Колькой. Так как поссорилась, так и помирится. Он у нее уже прощения попросил. Баб Матрен, только вы ничего лишнего не болтайте, ладно? Кстати, когда вы последний раз Машу видели? Так в субботу, утром на огороде. А вечером? А вечером не видела. У нас же свет отключают каждый вечер.
Видно, борются за демографию нашей Ольховки. Не знаю, но с электричеством этим летом и вправду беда. Ладно, пойду. О, батя, я на работу прилетел. Давай. Слышал, Настя уехала. Слушай, только ты не начинай, а ну матери хватает. Я сам разберусь. Вот и разберись. А то молчишь, тряпочку. Осунулся. Бледный, как моль. А тебя-то что понесло? Ты же у нас тихоня. Тебя не видно, не слышно. А значит, пришло и мое время слово вставить. Знаешь, по молодости меня никто на деревне всерьез не воспринимал. Знаю. Пашка Мешков, тихоня, молчун, уволень. А тут Зина, первая красавица, в Ольховку переехала. А я решил, будет моей женой. И добился. Порой, сын, надо волю проявить. Хочешь, чтобы Олеся была с тобой? Тогда действуй. Ты ее вроде... О, все по фэншую. Привет, Олесь. Здрасте. Ну ты... Да-да. Привет. Чего? Кузя, Марию Вострикову похитили. Требует с Николая 100 тысяч долларов выкупа. Что делать? 100 тысяч долларов? Ну, пусть заявление пишет, будем искать. Не может он написать заявление. Это условие похитителя. Если он узнает, что Востриков пошел в полицию, он убьет Машу. Так, Маракуеву я предупрежу с судоплатовым. Ты вернись к Николаю и уточни детали. Ага. В отделении не светись. Ага. Как ты все сделаешь, позвони мне. Хорошо. Все, буду ждать. Аккуратней. Да. Угу. А еще Гриша меня научил консервы без ножа открывать и посуду из бересты делать. Теперь он мой лучший друг. Ну, правда, после Егора, конечно. Всем доброго дня. Ну что, Люкыч, пойдем в снаряжение собирать? Ага. Гриш, погоди. Поголодаетесь? Перекусите пирожками. Это что такое было? А ничего особенного. Просто у нас роман. Надь, может, тебе не надо с Гришкой связываться? Почему? Ты же за него сама горой. Да тут такое дело. Аркаш, племянник Трофимовны, на той неделе ездил в психдиспансер за справкой на ружье получать. И видел там Гришу у врача на приеме. Ну, что тут такого? Ты чего? Вся деревня судачит, что он психованный. Мам, ну, может, Гриша поехал тоже за справкой? Да ты чего так разволновалась, а? Он же егерь. У вас в последнее время были конфликты с кем-нибудь? Да, с Владом Токмаковым. Мы, значит, с Машей неделю назад из города возвращались. И они нам, Столяном, автоподставу устроили. И он требовал, значит, чтобы я ему денег за ремонт заплатил. Ну, а вы что? Ну, я... Ничего. А Маша-то им, конечно, сказала. Пару ласковых. Она у меня эмоциональная, за словом в карман не лезет. Вот. И Влад сказал, все, ставлю вас на счетчик. И через неделю грозил, что придет... И все деньги заберет, с учетом набежавшего. Ну, неделя как раз-таки и прошла. А 100 тысяч могли набежать? Кто знает-то. У этих бандюк своя математика. Черт! Машина ваза, любимая. Не к добру. Может, показалось? Не, точно был. Сбежал, гад. Привет, Олесь! Привет, Ром! А ты чего здесь? Ты же вроде в Ольховку почту не возишь. За посылкой приезжал. По ошибке к вам пульнули. Теперь обратно в Оладино. А ты не видел здесь никого? Да только Сашка Чижова. Наш пацан оладинец. Бежал, только пятки сверкали. Куда непонятно.
Кажется, я знаю. Только не куда, а откуда. А что за Чижов? Чем занимается, с кем общается? Дурака валяет. Из училища выгнали. Теперь он на Влад Токмакову шестерит. Влад, деду привет. Давай. Пока. Пока. Тяжело в институте учиться? Нет. Главное тренировать зрение и мелкий почерк. Тогда шпоры всегда выручат. Я с детства мечтала стать врачом, но, боюсь, институт не потяну. Ты-то? Легко. Ты умная, старательная. Вон тетка как тебе доверяет. Галина Семеновна как раз считает, что мне лучше медсестрой остаться. Одуван, только не стреляй. Я с миром. Просто детское время вышло. Кое-кому пора по домам. Без обид. Данил, я тебе завтра позвоню. Ладно, буду ждать. Пока. Пока. Слышал ваш треп. Выбрось из головы, Юлька. Чтобы в мединститут поступить, нужны бабки или связи, вот как у твоего Адувана. Он тебе лапшу на уши сейчас вешает, а как город смоет, сразу про тебя забудет. И правильно, у него своя дорога, у нас деревенских своя. Пошли домой, жрать охота. Совсем оборзели мерзавцы. Раньше запчасти воровали, теперь им $100 000 подавай. Ну, вообще, очень похож на эту семейку. У него же дядя криминальный. Ну, и Влад туда же. Я попробую через свою агентуру узнать, где он может держать Вострикову. Там и накроем. Думаешь, вдвоем справимся? Да чего нет? Судоплатов уже в Ольховку едет нам на подмогу. Отлично. Покончим с этой криминальной династией. Округа вздохнет с облегчением. Да и за Данилу будет спокойнее. День добрый. Здравствуйте. Нина Васильевна, как здоровье? Спасибо, не жалуюсь. У меня в Ольховке важное дело на несколько дней. Краснова не наездишься. Подскажите, где можно остановиться? Не знаю, подумать надо. Говорят, вы комнату сдаете? Да. Да нет, там пол сгнил. Того, глядишь, провалишься. Ну, на нет и сюда нет. Я что подумала? Можно остановиться в доме Степана. Ключ как раз у Василия Федосеева есть. Спасибо за совет. Счастливо оставаться. Ну ты даешь, мам. Когда ты там пол успел прогнить? Тихон, Адриана. Одни проходимцы. Хватит с меня приключений. Ну разве Судоплатов проходимец? Сама же в это не веришь. Да какая муха тебя укусила? Самой бы понять. Кузя! Ничего. В общем так, агентура моя нифига не знает, где подельники держат Машу, неизвестно. Но есть хорошая новость. Вчера в станционный ломбард Влад Столяном сдали женский золотой браслет. Я скинул фото в Устрикову, он уверен, что этот браслет принадлежит Маше. Ура! Так их можно брать? Нет. Почему? Рано. Браслет улика косвенная, но они тоже не дураки. Отмажутся, скажут, браслет нашли, и все. И что теперь делать? Надо взять их с поличным на другом преступлении. Тогда будет чем надавить. Так что нам теперь ждать другого преступления? Ты не сказал ждать. Их надо на него спровоцировать. А вот как? Это хороший вопрос. А у меня есть идея. Ну, считай, диски наши. Кованый итальян.
По двадцатке за штуку минимум. Слушай, откуда у нее такие, а? Кислый сказал, от прежнего хозяина тачки. У него, кроме этой рухляди, еще бэха была. Видно, диски с нее. А эта дура не счет, что такое богатство в багажнике таскает. Здрасте. Ну, что так долго? У меня еще рука затекла. Что-то я не понял, где диски. Диски? Диски вот. Литые, хромированные. Я же тебе говорил, лучше ночь. Ну, Анатолий, рассказывай. Будешь сотрудничать, пройдешь как соучастник. Станешь молчать, получишь по полной, как организатор похищения. Какого похищения? Да мы ее только кинуть хотели, и все. А я не про Татьяну. Я про Марию Вострикову. Колись. Где ее держите? Ты чего, начальник? Да не трогали мы этой психопатки. Ей подставы не вышло. Они нас сладом послали, и все. Ага, ну да, ну да. А потом сдали в ломбард браслет Востриковой и отправили Сашку Чижова следить за домом Востриковых. Что ты на это скажешь? Да не трогали моего бабу, я отвечаю. А следили зачем? Денег хотели срубить. Месяц назад в салоне мобилу брали. Я вдруг слышу, Востриков видеокарты заказывает. Десяток. А выяснили, зачем ему столько? Да и так ясно, барыжит. Ну, я думал раскрутить делягу. Решили узнать, где он барахло прячет. Вот следили. Он последнее время в лес зачастил. Ходили за ним, а он каждый раз отрывается. Так если бы только это, капкан и гад ставил. Толян попался. Хорошо в сапогах был. Сапог хотите покажу? Да знаете, какие дырища? Вот такие. Ага. Так что это, мы тоже как потерпевшую проходим. Ну да, ну да. Ты эти сказки для внуков прибереги. Если они у тебя, конечно, будут. Давай, выкладывай, где Мария Вострикова? А когда она пропала? В ночь с субботы на воскресенье. Так мы ж с Владом до утра в Красново в клубе колбасились. Он еще так добрался, что его на себе тащил. В общем, по камерам посмотрели, Влад и Толян действительно были в клубе. Так что у них алиби. Так и что, их теперь отпустят? Да не, за вымогательство и кражи реальный срок светит. Это к похищению этой Марии они не причастны. Что думаешь про Вострикова? Да фиг знает. 2 дня похищения жены скрывал. Mm. А Тулик избавился, вроде как случайно прибрался. Надо за ним последить. Надо. Слушай, а давай ночью засаду возле его дома устроим, а? Давай. А? Ну, так холодно очень. Ну ничего, потеплее оденемся. Я у мамы вишневую наливку возьму, а? Да, наливочку у Зинаиды, а? Закачаешься. На романтические подвиги настраивает. Кусь, давай все-таки утром засаду, а в ночь пускай Маракуев с Данилой идут, ладно? Ладно, как скажешь. Ну что, я тогда пойду. Завтра с утра позвоню. Пока. Пока. До свидания. Ну что, практикант, скоро в город. К неоновым огням, порокам и соблазнам. А потом в Москву. Безграничные возможности. Мне этого не нужно, Андрей Гаврилович. Я с Юлей остаюсь. Как же учеба? Как учеба? Заберу документы. Я уже все решил. Стану трактористом. Ну не смеши меня. Где ты и где трактор? Ну я буду... Тю-тю-тю-тю. Собрался куда-то. Все, отбой. А может, лучше Юля поедет с тобой? Не хочет она. Могла поступить в медицинский, а тетя Галя ее отговорила. Галя? Странно.
недавно же твердил, что Юля очень перспективная девушка. Не расстраивайся, практикант. Я с ней поговорю. Спасибо, Андрей Гаврилович. Ну и чего, Олесь, ну? Ну как так? Ну договаривались же. Я 2 часа уже как на посту, ты трубки не берешь. Прости, я проспала. Тебя во сне видела. Меня? Чего я во сне делал? Не скажу. Ну, как-нибудь потом. Что у тебя? Так, короче, Вострик вышел из дома в 5. Угу. Пошел в лес. Угу. Я пошел за ним. Угу. Вел его до самой линии ЛЭП. А потом он пропал. Вообще пропал. Короче, упустил я его. Понятно. Ну, бывает. Не выспался, отвлекся. Да не в том-то и дело, я вообще не отвлекался. Он просто как сквозь землю провалился. Ну ничего, завтра от меня не уйдет. Костечка, у нас нет времени до завтра. Я сейчас Грише позвоню, помощь попрошу. Он в лесу, как дома, по следам Вострикова за 3 секунды найдет. А ты пока иди отдыхай, и как только у меня что-то будет, я тебе сразу позвоню. Угу. Гриш, я скоро помру, и у меня ноги отвалятся. Мы уже пришли. Пойдем. Это Ростоки. Здесь 20 лет уже никто не живет. Я уверен, это конечная точка Вострикова. А мы такой круг сделали? Да. По прямой не получилось бы. Там по маршруту везде капканы да камеры наставлены. Так Востриков от Кузьмы и ушел. Осторожный, как кот в кладовке. Смотри, какой-то кабель прямо в дом. Походу от ЛЭП. Думаешь, у него тут какой-то интерес? Пойдем получим ответ. Это что еще за Пентагон? Ого! Так это, по-моему, это майнинговая ферма для производства криптовалюты. Она же кучу электричества жрет. Да ладно. Так это, походу, из-за нее в Ольховке постоянно свет пропадает. Я слышал, на этой крипте немало зарабатывают. Да не то слово. Ну, Востриков, ну... Теперь к тебе много вопросов, и все они очень неприятные. Видеомагнитофон, телевизор, стиральная машина, холодильник, газовая плита, пылесос, насос для воды, миксер, мультиварка. Я что-то здесь майнинговую ферму не наблюдаю. Какая ферма? Я животноводством не занимаюсь. Не может быть. Как ты ее нашла? Ты... Я же все предусмотрел. Добрые люди помогли. Сколько заработал? Давай только без дураков. Ну, что-то около 1 000 000 заработал. 1 000 000 рублей? Долларов. Я ж сначала так думал, ради интереса попробую, а потом что-то увлекся. Кто-нибудь знал о твоей майнинговой ферме и сколько ты заработал? Нет, нет, не исключено. Я очень осторожен. Только Маша знала. Маша? Да. Она могла кому-нибудь рассказать? Ну, кому? Про такие вещи-то посторонним особо не рассказывают. А подруг у нее почти и нет. Галя только если. Андрей Гаврилович, скажите, пожалуйста, а Галина Семеновна никогда не говорила о том, что Востриков миллионы зарабатывает. Но она же с Машей дружит. Вот это да. Хотя от этого Плюшкина все что угодно можно ожидать. Так-то он нормальный мужик.
Не пьет, зарабатывает. Но такой жадный. Снега зимой не допросишься. Машка вначале возмущалась, а потом привык. Как говорится, чужая семья потемки. Да. Кстати, о Даниле. Ты ведь хочешь, чтобы он в город вернулся? Ну, конечно. А почему ты спрашиваешь? Он решил здесь остаться. Село поднимать. Из-за Юли. Убеди ее поступать в медицинский. Пусть они оба дуют в город. Других вариантов у нас, похоже, нет. Михаил Иванович! Здрасте. Здрасте. Вот, принесла вам перекусить, молочка. Спасибо, если не жалко. Да чё уж там, все равно бы скисло. Так, может, пусть скиснет? Творожку поедите. Да я-то поем. А вас за такой тон больше-то и угощать не хочется. Тон мой соответствует вашим поступкам. Скажите, пожалуйста, поступки мои не понравились. А сам-то что? Сидишь вечно, как будто воды в рот набрал, из тебя слова не вытащишь. Потому что там на душе так и вообще не поймешь. А что я должен делать? Вздыхать и охать? Я так не могу. Я мужчина. Ах, вот вы кто. Спасибо, пояснили. Счастливо оставаться. Ну что, жди иск от электросети. Тоже мне бизнесмен. У него, значит, миллионы, а у людей грядки сохнут. Воду из колодца поднять не могут. Ты что, письмо, что ли? Машенькина кровь? Нарушили инструкции, поэтому принесете 200 тысяч завтра в 12 дня, положите деньги в урну на автобусной остановке, предупреждаю, мы не шутим. Пришли результаты экспертизы крови записки. Она принадлежит Востриковой. Сравнили с ДНК с ее личных вещей. Будем брать подонка. А Востриков в курсе? Да. Просили его сделать вид, что он наличные снимает в банке. А затем с сумкой прийти на автобусную остановку. Я не понимаю, почему остановка? Ну, людное же место. Да то время грамотно выбрано. Большой промежуток между рейсами автобусов. Судоплатов со своими людьми уже в засаде. Как только похититель появится, его возьмут. Алло, прием. Что-то не так, слушайте, что-то не так. Полчаса здесь уже торчу, никого нет. Не дергайтесь. Похититель, скорее всего, проверяет, нет ли слежки. Что вы говорите? Что? Не волнуйтесь. Ведите себя естественно. Все, конец связи. Я ничего не слышу. Микрофон сломался. Идиот. Я сейчас тебе что-нибудь сломаю. Чего? Группа отбой. Операция провалена. Уходим, ребята. Востриков сознательно сорвал операцию. А знаешь почему? Потому что он и есть организатор похищения жены. Кто, Востриков? Да не может быть. Может. Еще как. Допустим, Мария, его супруга, узнала, что Востриков заработал миллион баксов. Ну и стал требовать денег. А жадный Плюшкин Востриков не захотел делиться.
И решил избавиться от супруги. И инсценировал ее похищение. А потом, чтобы запутать следствие, начал подбрасывать письма. У нас нет доказательств, что у Востриковых был конфликт. А мы их и не искали. Наведайтесь-ка в ЗАГС. Мария могла подать на развод. И тогда по суду она бы оттяпала половину. А вот насчет развода здравая мысль. Других и не держим. Юля, ты обязательно поступишь в медицинский. Вон уже все альдегиды выучила. Одной зубрежки мало, нужны связи и деньги. Ты заблуждаешься. Тань, давай закончим этот разговор. Я все равно никуда не поеду. Хорошо. Тогда и я остаюсь в Ольховке. Как же твой универ? Брошь! Это глупо. Все глупо, кроме нашей с тобой любви. А кто сказал, что я люблю тебя? А зачем слова? Я по глазам твоим вижу. Дурак ты. Это Влад меня подговорил, чтобы закрутила с тобой. Думали, ты богатенький, но просчитались. Успокойся, девочка. Успокойся. Он прав, у тебя светлая голова, тебе надо учиться. Из тебя выйдет замечательный врач. Вы правда так считаете? Я в этом уверена. А теперь беги, догони Данилу и скажи, что ты соврала. Он этого не заслуживает. Ну, что у тебя? По ЗАГСу мимо. Последний раз Мария там была на росписи с Востриковым. Ага. А у меня вот в Яблочко. Юрист одного нашел. У него Вострикова спрашивала о разделе имущества при разводе и упомянула астрономические суммы. Да ладно? Угу. Ну, неужели Маракуев прав, и мы пропустили такой очевидный мотив? Скоро узнаем. Поехали в Ольховку. Кось! Ай. А ты не голодный? Ну... Может, сходим... В кафе к Лепницкому. У него там и готовят неплохо, и музыка романтичная. Что, типа рабочее свидание? Не-не-не, да, давай сходим, если хочешь, без проблем. Давай. Алло. Да, Дмитриевич. А, понял. Да понял, все, давай, скоро буду. Знакомый рыбак звонил, информации по Вострикову есть. Ехать надо. Подсчитываешь, сколько удалось сэкономить, избавившись от жены? Шутки у вас дурацкие. Гражданин Востриков, мы считаем вас организатором похищения, а возможно и убийства жены. Вот ордер на обыск. Слушайте, нет, у нас с Машенькой действительно были какие-то разногласия, ну, как у всех в браке. Мы даже о разводе поговаривали. Вот-вот-вот, уже теплее. Но быстро отказались от этой идеи, так как поняли, как нужны друг другу. Востриков, пока мы еще не начали обыск, есть возможность чистосердечно признаться, где вы держите Марию, если, конечно, она пока еще жива. Да как вы смеете даже предполагать такое? Я люблю Машу, страдаю без нее, а вы? Значит, нет. Ну что же, докопаемся сами. Понятые, пройдите. Ну вот. Похоже, в этой лодке Дмитриевич видел Вострикова после похищения Марии. Так. Что-то нашла? Ага.
Кусь, это же пуговица от кофты Маши. Видимо, Востриков держит ее где-то у реки. Ага. Или в самой реке. Рыбаки же его одного видели. Скорее всего, от тела избавлялся. Надо водолазов вызвать. Кусь. Ай. Данил уезжает. Хотел попрощаться. Давай, давай, дальше сам. Спасибо тебе. Алло, Михаил Иванович. Да, Кузьма, слушаю. Привет. Да, принято. Спасибо, Кузьма. В вашей лодке нашли пуговицу с кофту жены. Как она там оказалась? Я понятия не имею. Может, Маша плавала куда-нибудь в этой лодке? После похищения. Востриков, бизнесмен ты удачливый, но преступник никудышный. Давай, выкладывай. Как убил жену? Ну, мне нечего выкладывать. Я Машу не убивал. Я Бога молю, чтобы она жива была. Андрей Гаврилович! Чего там? Смотрите, в сарае нашел. Ух ты! Как ты это объяснишь? Я в сарае неделю не был, я этот топор первый раз вижу. Ой, ну все, ребятки, счастливого пути. Маме привет передавай. Хорошо, тетя Галь. Олесь, спасибо тебе за все. Эх! Следующим летом приедешь? Обязательно. Да, Юль? Конечно. О, вот наш автобус. Даня, когда едете, позвони. Хорошо. Ну все, пока. Юлечка. Пока-пока. Хорошо вам добраться. Спасибо. Олеся, доченька, привет. Мама, у тебя случилось чего? Почему обязательно что-то случилось? Просто решила вас проведать. Душевный порыв. Душевный порыв? Так, мам, у меня сейчас одно очень важное дело. Увидимся вечером. Все, пока. До свидания. Алле. Андрей Гаврилович, Вострикова нужно отпустить. Ага, сейчас дам ключи от камеры. Домой иди. Да погодите вы. Ну вот какой Востриков? Опишите его психологический портрет. Последовательный. Расчетливый. Вот, именно. А по уликам получается абсолютно другой человек. Импульсивный и глупый. Ну, допустим, Востриков убил жену. Но избавляться от тела он пошел не ночью, а утром, когда на реке полно рыбаков. И топор не утопил вместе с телом, а оставил у себя во дворе. Ну, и что ты хочешь сказать? Возможно, Вострикова подставляют. И если это так, то настоящий преступник на свободе. Да никуда Востриков не денется, его дом под наблюдением. А, пожалуй, ты права. Спасибо, что поддержали мою версию. Еще чего? Ты права чисто тактически. Востриков нам на свободе полезней. Последим за ним, и он нас выведет на своего сообщника. Машка, а чего это ты одна прикатила? Не урожай нынче в Италии на мужиков? Нет, все никак не определюсь. А этот вот, ты нам еще фотку прислала, как его... Эрнесто. Вот он самый. Давайте вам лучше о Риме расскажу. Я на прошлой неделе присматривала там квартиру. Нет, ты нам только зубы не заговаривай. Ты нам доложи, какие у тебя перспективы с этим Эрнесто. Аферистом он оказался. У меня теперь большие долги и недвижимость под арестом. Мам, это из-за этого Эрнесто? Ну, ничего, ничего. Сейчас отдохнешь, на свежем воздухе молочка парного попьешь, нервишки в кулачок мы твои соберем и там разберемся, что к чему. Не расстраивайся, мам. Ну, здесь тебе кого-нибудь найдем. Внуча, ты себе сначала найди. Я нашла уже. Кузю. Олесь, тут появились некоторые вводные насчет похищения. Ну, помнишь? Я подумал, может, прогуляемся, обсудим? Я подумал, может, прогуляемся, обсудим? Вот так.
Какой же я тупица. Ну, так мне и надо. Что там, баба Матрён? Ой! Коля! О. Никак сбежал. Да нет, что вы, отпустили меня. Я к похищению Маши никакого отношения не имею. Коленька, ты на всякий случай ко мне не приближайся, а то ведь я как закричу. Хорошо, хорошо. А чего там на дереве-то? Парша, что ли, какая? Да гнездо где-то это осиное. Вот жужжат и жужжат, жужжат и жужжат. Да вроде не видать. Значит, показалось. Ну, я пойду смотреть сериал. Пока свет-то не отключили. Ну. Не волнуйтесь, баба Матрён. Теперь не отключат. Деньги передашь завтра. Место встречи укажу позже. Ментам ни слова, иначе она умрет. Коля, дорогой, пожалуйста, спаси меня.